Всем привет! Сегодня я вам покажу мод, там где Майоринчик 2 будет на странице. Давайте начинать. Ссылка будет в описании. Будем смотреть мод на призраки. Да, полностью согласен. Ребята, у нас нет вариантов, придется ей помочь стать блогером. Так, время ставить первую двойку. Вот такой мод. Какие они все модные, красивые. Опять повторю, ссылка будет в описании. Скачайте мод и играйте. Сейчас я вам покажу самого Майоринчика. Майоринчик в виде мистера Мика. Майоринчик. Он одет в черные ботинки, джинсы. Зеленую кофту. Вот такой мистер Мика, написано мистер Мик. Маска мистера Мика, шапочка коричневая, такой платок, стрелочка мистера Мика. Вот такой мод. Ссылка будет в описании. Скачивание мода. Очень хороший мод. Такой же типа мод. Показываю мою жизнь. Его вид. Показываю вид, как он был выглядит. Вот так выглядит Майоринчик. Немножко сделаем обзор. И потом вам покажу Кэш. Там где будем бегать Майоринчик на снег. А так... Кучки. Вместо снега... Это тема. Мистер Мит, мистер Мит. Айскримен. Вот у нас вот такой гараж. Еще посмотрим все локации. Сейчас мы с вами посмотрим все локации. Все локации посмотрим. Реально классный мод. Ну как концерт. Вот мистер Мит. Да вы не понимаете, этот ролик вас сделает еще популярнее, чем сейчас. Но на улице будете знать. Вот такой мистер Мит. Еще популярнее, чем сейчас. Ладно, вот он кетчуп. А сейчас я вам покажу кэш. Сейчас я вам покажу реально кэш мистера Мита. Майоринчика мистера Мита, на что он способен. Какой там еще?
Бомбардино. И вот похоже, ты тоже не хотел бомбардино нарисовано на яйце. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока.